Здорово, ребята и девчата! Сегодня у нас обзор на вот такую вот крутую штуковину с AliExpress. Сразу скажу, ссылка на нее в описании под видео. Переходите, смотрите, там же больше подробностей. У продавана есть описание. Я хочу добавить лишь одно. Советую чекнуть цену по ссылке ниже, так как продаван частенько делает крутые скидки. Процентов 20-25 от реальной цены на AliExpress. По-моему, это очень круто. Я как раз по такой скидке эту вещь и приобрел, и покупкой очень-очень доволен. Посылка шла недолго, буквально 2 недели, и она у меня. По-моему, принесли даже курьером, но я не уверен. Посылкой занималась жена, получала, а где и что, я уже и не помню. Но если что, почта у нас в любом случае в соседнем доме находится, что удобно. Ну, не доме, там какой-то торговый центр небольшой, вот там вот у нас почта. Что удобно, и если что, забрать посылку всегда-всегда легко. Сам товар качественный и хороший. Ссылкос на него, я уже говорил, где. Наличествует культура исполнения, никаких заусенцев, подряпанностей, потертостей. Все целенькое, все цивильно выглядит. Ничего не пострадало в пути, все элементы целенькие, посылка приехала быстро, в общем, я доволен. На этом все, мой короткий сумбурный обзор подходит к концу, я с вами прощаюсь и хочу попросить вас подписаться на канал, тыдынкнуть этот чертов колокольчик и лайкнуть мой видос. До свидания, ребята и девчата, всего вам доброго и удачи, бай-бай.